Привет, привет. Лада, Лада Густра. Несколько запросов поступило на то, чтобы рассказать, как я использую эфирные масла, дотера в данном случае, моя любимая, и какие мои самые сильные результаты, мои самые сильные 10 результатов, которых я добилась в своей жизни за полгода использования эфирных масел в совершенно разных сферах. Вот сегодня я хочу с вами об этом поделиться в этом коротком видео. Итак, первая сфера, важное для меня, это красота. Есть масло, называется Immortelle, это бленд из эфирных масел. Я начала наносить эфирные масла на кожу, то есть когда я делаю теперь утром и вечером свои ритуалы, я делаю там массаж и так далее, я использую Immortelle, в основу которых входит очень сильный антиэйджинговый бленд масел, с помощью которых действительно, кожа разглаживается, сияет, молодеет, становится более нежной. Я с собой очень-очень довольна. То есть, действительно, это красота. Второй аспект, которым очень помогает для меня эфирные масла, от которых я получаю наслаждение, это аспект здоровья. То есть, я сейчас прохожу чистку, легкую очистку с помощью эфирных масел. Утро я начинаю с грейпфрута, капля грейпфрута. В воде я чувствую действительно легкость. У меня прошли аллергии, у меня прошел насморк тут в этом тропическом климате аллергический. И вообще я чувствую гораздо себя более наполненной, сильной, здоровой. Я пью в качестве очищения бленд, который называется Зендокрин. Это тоже смесь эфирных масел, которая помогает очищать печень. Ее я пью вечером. И розмарин я пью днем с едой. То есть эфирные масла в плане здоровья, действительно, наконец-то, это легкое средство, которое могу взять везде с собой в путешествие, которого получаю эффект, видя, как благодарит меня моя печень, мои легкие и вообще очень многие органы моего тела. Следующий аспект, в котором я обожаю применять эфирные масла, это эмоциональное воздействие. Я эмоциональный сильный человек, я огонь. У меня часто меняется настроение, и меня иногда энтузиазм и вообще радость, и лада солнца иногда действительно меня кидает в какую-то эмоциональную яму. И раньше я пила кофе, сейчас я кофе не пью. У меня масла в этом тоже очень поддержали. Я использую ладан. Сейчас вам покажу ладан. Ладан — это просто вообще самое потрясающее, наверное, эфирное масло. И оно меня спасало очень много раз при эмоциональных выгораниях, как мама, при каких-то там программах жертвы один раз накрыла. Одна капля ладана под язык или поставить, или в диффузор 3 капли и распылить помещение. И действительно, я чувствую себя, фух, я снова в себе, и моя душа, мой разум, мое тело, они вернулись, объединились, я успокоилась и обрела гармонию. То есть эмоциональное воздействие масел, когда я ходила на наши аромавстречи в Убуде, когда они еще проходили, и проведя час среди всех этих ароматов, и нюхая сначала одну цитрусовую, апельсин, который заряжает, потом какие-то специи, общаясь с девчонками, потом мы там массаж друга делаем с эфирными маслами, я выходила после часа совершенно другим человеком. Человеком, женщиной, которая готова соблазнять, которая готова творить, которая улыбается так, что все улыбаются в ответ, наполненная, счастливая, красивая, с горящими глазами. То есть эмоциональный аспект просто очень-очень сильно меня привлекает в эфирных маслах. Я вижу, как это работает на себе, и как я выходила из этой кафе Bittersweet, просто вылетала под эмоциональным воздействием эфиров. И перехожу к четвертому аспекту, как я люблю использовать эфирные масла, это парфюм. То есть у меня кончился мой парфюм на Бали, тут выбор не очень большой. Я использую... Упали. Но благо они не бьются. Поскольку я записываю все без дублей, вы будете это тоже наблюдать. Итак, коробка вернись. Я использую Whisper. Это бленд афродизиака для женщин. Про Whisper вообще история просто невероятная. Там находится ваниль, там находится роза, там находятся масла афродизиаки. И просто наносила одну каплю тоже, и у меня раскупали всегда Whisper. У меня сейчас его нет, потому что меня все время его раскупают. Это переводится аромат шепот, аромат специально для женщины, для раскрытия женственности, для сексуальности, для этой женской силы. И, во-первых, он очень стойкий, действительно, там нанесешь одну каплю, и вечером еще благоухает аромат. Вот я жду свой заказ, когда ко мне приедет мой шепот. Мне это заменило духи, и особенно гормональную тему, когда я перестала кормить грудью полгода где-то назад, чуть меньше.
у меня менялся гормональный фон, и вот этот аромат, нанося Whisper, я прям чувствую, как моя внутренняя женщина снова пробуждается. Вот, я потрясающе совершенно. И я также очень люблю использовать магнолию. Например, я наношу там магнолию перед свиданиями, даже перед встречами, перед важными. И магнолия — это про ощущение ценности себя. Это одна из ведущих там моих любимых тем, также про ощущение ценности себя. Вот, и она пахнет потрясающе. Я производила в Китае, я использую теперь только эфирные масла в качестве аромата, очень довольна эффектом, как они влияют на меня и как они влияют, соответственно, на то, что происходит вокруг меня, на мое взаимоотношение с людьми. Вот, и говоря о взаимоотношениях с людьми, я перехожу к следующей теме. Дети. Эйла, моя дочка, 2 года 3 месяца, я стала использовать эфирные масла, когда у нее что-то болит или когда ее здоровью нужна помощь, то есть это взаимодействие с детьми. Вообще очень мне помогли эфирные масла, например, ожоги, лаванда, ушибы, бленд Deep Blue, специальный бленд для кожи, какие-то инфекции, там, заражения, прыщики, чайное дерево. Вечером успокоить, чтобы быстрее заснула, лаванда в диффузор, опять же, или ладан. В общем, раньше там тут прописывали врачи антибиотики, и сейчас я выкинула все антибиотики. Я использую эфирные масла и вижу, как это работает. Причем там одной капли достаточно на 20 мл базового масла, чтобы действительно помочь дочке там со всеми ее последствиями ее активности и исследования мира. Вот. И следующий аспект для меня, поскольку, да, как вы знаете, я мама, это еда. Я очень люблю еду, я очень люблю готовить. Тут у меня еще брокколи припасено. Я очень люблю еду, и я стала использовать эфирные масла в приготовлении пищи. То есть я, о чем еще скажу, я использую эфирные масла Дотеры. Эта компания лучший в мире производитель, я бы сказала, эфирных масел по многим аспектам для меня. В том числе одна из 4 компаний в мире, или 3, у которых есть сертификация. Сертификация международного качества, означающая то, что масла можно применять не все, некоторые внутрь. Поэтому я с ними готовлю, я экспериментирую, я добавляю масло лимона, масло апельсина, цитрусовых в выпечку. Я добавляю в смузи масла, есть масло корицы, гвоздики, потрясающее масло, да, цитрусовых, уже сказала, которые очень классно, вообще розмарина, орегано, я обожаю орегано, там добавляю каплю на бутылку оливкового масла, и когда я делаю соус, я добавляю каплику орегано или каплику розмарина, вообще просто совершенно по-другому раскрывается вкус блюд. А еду я очень люблю, еду люблю я простую и быструю, так чтобы раз, 15 минут, у тебя классный обед. И в этом плане у меня стоят 6 эфирных масел на кухне сейчас, на полочке, и очень удобно ими пользоваться. Конечно, у меня в саду растет розмарин тоже настоящий, но иногда это очень удобно просто добавить капельку и получить сразу соус. И не все у меня тут растет, потому что что-то на Бали съедает насекомое, все органик. Вот, есть специальный дотерия раздел масла, который можно использовать в пищу. Вот это просто одна из моих самых любимых категорий. А также следующая категория, я сейчас приду, это сексуальность. Наверное, многие из вас знают, что это такое. Йони Эгг, яйцо. Я начала его с недавнего времени использовать. И для работы со своей сексуальностью, со своими мышцами, йони и масло. Есть масла, которые можно разбавить в базовом масле, например, в кокосовом, и смазать им яйцо, прежде чем с ним взаимодействовать. Так вот, есть потрясающее масло Копайбы, которое делается в Бразилии. И это очень, я бы сказала, сакральное вообще, там, священное масло для местного народа, священное дерево. Оно похоже чем-то на травку, на марихуану. Надеюсь, мое видео из-за этого не забанят. И оно расслабляет, да, оно расслабляет, оно гармонизирует. Поэтому, нанеся буквально капельку масла Копайбы, понятно, что через слизистую впитываются масла вообще очень-очень быстро. Эффект, который вы получаете там взаимодействие с вашими яйцами, он просто становится космический, честно говоря. Вот жду тоже Копайбу, сейчас покажу вам масло Копайбы. Вот про него вообще хочу снять отдельное видео, потому что оно очень особенное, очень-очень. Дальше, про какой аспект хочу еще вам рассказать. Мои 10 результатов. Красота сказала, здоровье сказала.
планом кулинарии дыхи, про, да, про очищение. Эфирные масла некоторые обладают очень-очень классным свойством дезинфекции. То есть, например, в какой-то момент я начала очищать помещение, или там, когда у меня было муравьи, нападали на плыв, на бег муравьев, это мята и лимон. Очень классно очищает, дезинфицирует лимон, мята, наполняет свежестью. То есть я, например, вымачиваю овощи, каплю лимона, кладу в воду, нитратов, там, чищу поверхности, дезинфицирую, чтобы не прибегали насекомые на открытую кухню, бали мятой, чем я очень-очень-очень довольна. Еще о завершении скажу о своих, наверное, самых любимых масел, с которыми я взаимодействую, и чем они мне помогают, какие у меня еще результаты. Я чувствую, что у меня увеличилась чувствительность, а благодаря чему есть потрясающее масло герань. Где герань? Герань. Это она стоит у меня у кровати, значит. А вот она стоит. Герань. Герань – это масло, которое помогает, во-первых, тоже ощущению собственной ценности и раскрытию сердца. То есть я наношу его... Как же оно божественно пахнет. Герань – вообще масло красоты. Наношу вот его на область сердца, на грудь. Вот. И какой же аромат божественный, боже. Я с ним 21 взаимодействую, как и со многими маслами. И я вижу результат, как меняется, опять же, мое эмоциональное состояние, как раскрывается моя чувствительность. Соответственно, когда раскрывается чувствительность, я все чувствую там в 3 раза больше запахи, ароматов, цветов в моем саду, поцелуя моего мужчины, вкус обеда, который я приготовила, радость от того, когда мне дарят подарки. То есть это действительно потрясающий результат. Мне, как огню, еще очень важно заземляться. Я такая воздушная вся, и эмоциональная, и там сильная, в чем-то яркая. А иногда мне реально не хватает заземления и какой-то такой мужской энергии моего внутреннего мужчины. Поэтому еще одно мое очень любимое масло – это кедр. Кедр, он... Я ношу его на стопы. Сейчас я вам покажу. Буквально сюда. Буду сейчас с вами вместе делать. Вот, я растираю, буквально втираю. Педикюр недавно делала, хорошо, в стопы, и потом я начинаю уже там вечерние ритуалы или утренние ритуалы, перед тем, как ложусь спать, я втираю кедр в стопы, и как будто ощущаю корни моего внутреннего дерева, они, знаете, так врастают в землю, ощущаю баланс, очень люблю аромат кедра, очень люблю, ношу его с собой в сауну, сегодня, кстати, иду в сауну, возьму с собой кедр, очень-очень люблю это масло, вот. Также использую масла. Какой у меня еще результат от масел? Еще осталось важные 2. У меня как раз осталось 2 минуты. Скажу вам, первое – это то, как я внедрила свои проекты. То есть африканские танцы, которые я веду. Я использую масла. Женщины раскрываются невероятно, сильнее как-то драйвово. Рисование закрытыми глазами, мои мастер-классы. Я использую масла, даю послушать аромат, прежде чем закрываю человека глаза, и даю ему кисть, соответственно. И я вижу результаты, как он гораздо больше, смелее, интереснее взаимодействует со своим подсознанием через рисунок, через краски на бумаге. Я использую это в проектах, как бы, когда у нас мастер-майнды или какие-то встречи по бизнесу, распыляю мяту, мята концентрирует, и такой же достигается эффект, как будто все выпили кофе, взбодрились, и взаимодействие и такая игра между командой идет ярче. И, наверное, крайний сегодня аспект, о котором я скажу, который очень важен для меня, один из моих любимых результатов, эффектов от эфирных масел, это, конечно, тоже и формирование нового источника пассивного дохода, это деньги, которые я получаю от компании, это новый проект монетизации уже существующих моих проектов, талантов, нетворкинга. Это, конечно, потрясающе. Я очень люблю, чтобы то, что я делала, и то, что, чем я занималась, приносит мне результаты, удовольствие, наслаждение, кайф, еще и деньги. Поэтому это отдельный термин, про который с удовольствием расскажу вам в личных сообщениях или запишу новое видео, но энергообмен от того, что мы делаем, для меня очень важно. Эти деньги, которые я получаю от Этеры, я реально кайфую, что вот и от этого еще тоже Вселенная через это меня благодарит, дарит мне деньги, на которые я иду и дальше себя радую. Вот. С вами была Лада Кустра. Прекрасного дня и удовольствия от взаимодействия с эфирными маслами.